как мы видим, Дрозд мяч выгрызает у Тетерина. Аут, однако, в пользу крыльев. Последние секунды второго периода сейчас. Последняя атака, собственно говоря, крыльев. Удар через себя. Штанга! И гол! Лукао! Вот это бисиклета, друзья! От штанги мяч влетает в ворота Элмонта на последней секунде второго периода. Бразилец Лукао выходит в лидеры бомбардирской гонки чемпионата России. Шестой мяч. Подбросил себе мяч и восхитительно исполнил удар через себя. В самый угол попадает. От штанги ворота. Красотища.